И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте теперь в этом ролике настроим звуки. Погнали. Так, у нас есть, значит, персонаж, есть вот всякие вот штуки, аптечка, патроны, винтовка, и как это дело все настроить. Значит, выбираем землю, нашу вот эту локацию, и на нее давайте добавим звук. Значит, это будет всегда добавлять. Значит, sound, ищем, где он тут находится, sound, и значит, все это дело подключаем, находим мелодию без авторских прав, которая, значит, так, это, значит, нам поможет сделать красочнее путешествие. Так, это, значит, вот эта штука, да? Погнали, теперь 0 на нампаде, включаем и смотрим, что произойдет. Значит, пи английская. Итак, это значит музыка на постоянку в сцену. Что можно с ней еще сделать? Можно поставить, значит, звук чуть тише, звук именно на тот диапазон, который нам нужен, стоит play stop. Так, ну другой вопрос, нам же нужно еще звуки, допустим, ходьбы, звуки, где он берет какой-то предмет, да? Значит, что, выбираем наш вот этот хитбокс. И у нас есть аптечка, винтовка. Нам нужно что сделать? Открыть вот эту всю штуку, где все настройки вот эти, да? Так, и добавить сюда, при коллизии, значит, если мы столкнемся с аптечкой, то должен производиться звук. Звук будет, опять же, sound, и все это дело подключаем. Sound открываем и находим, допустим, какое-нибудь столкновение. Ну, опять же, сила звука, то сюда вот такая получается настройка. Так, следом. То же самое производим. Значит, коллизия, находим винтовка. Так, и к винтовке тоже ставим sound. Так, все, находим опять же какой-нибудь звукан. Так, так, так. Ну, пусть опять будет, значит, машина, да? Нужно поискать нормальные какие-нибудь. Так, ну и звук так, где-то на 50. Можно побольше делать. Нужно все это дело подогнать словом, погулять и посмотреть, как это все будет звучать. Так, еще что, у нас присутствует открывание дверей, нужны звуки дверей. Точно так же ставим, значит, столкновение с дверьми и звук. Походка. Давайте включим походку. Так, если у нас валк, вот у нас есть валк, и так как я сразу это все дело не поставил, то я добавляю, значит, кейборд. Добавляю W. Так, здесь ставим, допустим, звук, да? Можно написать sound, да? Sound. Enter. И подключаем сюда, значит, на ходьбу у нас sound. И находим
походку ходьбы. Находим опер, находим стаги, и теперь тоже тут сила. И включаем, значит, здесь play loop-stop. Loop-stop, да. Тут такая же штука на вот этот наш хитбокс. Находим опять же sound, loop-stop, и тут sound play постоянка, да. А, не, это тоже, это ж не земля, тоже loop-stop. Ну, давайте проверять, как это все дело будет работать. 0 на нампаде. Увеличиваем экран, делаем пи английское, пошлите погуляем. Вот, звук уже вы слышите тише, да? Значит, что, выбираем нашу землю, заходим и как бы звук тихий. 13 маловато. Ну, для ролика, для игры, может, и нормальный будет. Так, пи. И погнали. Слышите, идет, да? Точно так же устанавливаются взрывы, устанавливаются какие-то, значит, выстрелы. Звук выстрела можно установить на нажимание левой кнопки мыши. Давайте попробуем, выберем. Так, у нас мышка, сейчас вспомним, где установлена. Маус. И стоит left button, да? Ну, давайте добавим sound. Правда, придется ее неудобно, лучше как бы отдельно, да, и пониже, и сразу все это дело устанавливать, чтобы они в куче были. И я подключу ее, наверное, к mouse, значит, к left button. Так, нужно теперь найти выстрел. Так, и находим теперь выстрел, где он у нас будет. Advanced, выстрел. И подключаем выстрел. Так, смотрим. 0 на нампаде. Опускаем наш вот этот штукенс. Делаем пи. Так. Второй раз что-то у меня тут сбой какой-то. Так, это значит... Выстрел, на что мы установим-то тогда? Так, ну давайте это тогда закроем. А сюда добавим тогда... Так, а у нас вообще что стреляет-то? У нас стреляет пустышка, правильно? На пустышку тогда мы ставим, значит, маус. Left button. И добавляем сюда, значит, sound, да? Отдельно тогда. И sound добавляем выстрел. Так, смотрим. Сила и play stop. Ставим loop stop. Или loop end. Сейчас посмотрим. А ну-ка, пи. Так, что-то патрончики перестали попадать. Bullet. А ну-ка. Так, нехорошо, да? Ну, значит, что не так? Если, значит, пуля... Ну вот, left button, да? Допустим, вот он. Left button. При нажатии левой кнопки мыши, при стрельбе, sound, тан-тан-тан. Так это дело не работает, да? Ладно, попробуем другой вариант. Смотрим, если сейчас мы вот на эту штуку, так, на хитбокс, на хитбокс,
Добавим, допустим. А, не на хитбокс, пардонте. Если вот сюда добавим коллизию. Допустим, это же коллизия стрельба, да? Коллизия. Добавим патрон. А, это не патрон, это будет буллет, да? Буллет. И добавим сюда солнце. А ну-ка. Так, вот это уже посложнее будет задачка, да? Так, и пробуем, что получается. А ну-ка. Пи. Никак. Тогда вот с этим делом так я не понял. То ли на хитбокс тогда его ставить, где звук, значит, стрельбы. Итак, с этим, значит, придется нам разобраться. И потом, значит, сниму ролик именно по этой кнопке. По стрельбе будет тогда ролик. Все будет тогда классно. Все, всем пока, до свидания.